Привет, друзья! У нас эксклюзивнейшее интервью с предводительницей Роя Сарой Керриган. Сара, расскажите, пожалуйста, каково это носить такой костюм, Сара Ивановна? Шикарно. А как долго вы можете находиться в этом облике? Всю жизнь. А у вас молодой человек есть? Есть. Один или несколько? Их Рой. Здорово. А на самом деле, как вы догадались, в этом костюме скрывается Мария Константиновна, вы ее прекрасно знаете. И Маша, такой секрет, она не только смогла организовать все это мероприятие, которое вы наблюдаете, но и смогла выступить изюминкой этого мероприятия. Расскажи, как тебе это удалось? Я работала не одна. Это была целая команда Гунгейма. Брюс мне очень сильно помогал, Нефанда, все ребята, все давали свои идеи. Кингстон активно с нами сотрудничал. И в результате получилось такое замечательное мероприятие, на котором все гости, я надеюсь, получили кучу эмоций и позитива. Отлично. Ну, а по чесноку скажите, мне не хочется этот костюм сейчас снять уже? Ты уже сколько в нем, больше часа находишься? Ну, около часа, но на самом деле не хочется, потому что костюм готовился очень долго, больше месяца. Девочки старались, я думаю, с ними там, может быть, тоже будет интервью в дальнейшем. И столько сил и эмоций вложено в него, столько любви, что я уже как-то врослась в него и вжилась. Отлично. Ну и напоследок что-нибудь скажи нашим читателям, слушателям. Good Game рулит, Kingston супер, Rox лучшая команда. Я считаю, сколько бы ни было негатива на эту тему, все равно мы самые лучшие, самые сплоченные, самые дружные, и это самое главное в жизни. Спасибо.